Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас будет видео про видео. Мы на Монкиту хотим снять новогодний видеоролик. Да. Вот с этим микроавтобусом мы его превратили в новогоднюю почту. И он у нас забит коробками с подарками. Мы сейчас поедем в парк, это не близко. Заодно протестируем машину на снегу первый раз. И ездить будем до вечера, развозить будем подарки. У нас будет Дед Мороз еще сейчас участвовать. Да. Маленький спойлер, это буду я. Поудобнее, да. Ставьте лайки, подписка внизу. Да. Да, а мы начинаем. Поехали. Да, поехали. Да. Кстати, связь мы поддерживаем, как в настоящем кино. По рации. Прием, прием. Слышно меня? Да, я вижу маму. О, я тоже вижу маму. Все, мы поехали. Покажи, как ты буксуешь. Но машина сама поехала. Я ее не толкал. То у нас смена водителей. Ян, ты теперь едешь, да? Да. Вот такая у нас система пока временная. С застежками. А то мы обошьем машину платье. Мы уже доехали до парка, сейчас найдем нужную локацию и будем готовиться к съемкам. По-моему, мы нашли подходящее место. Сниматься будем возле этой голубой ели. Сейчас первая сцена с Дедом Морозом. Дети вылезают, а я переодеваюсь. Диана, как покаталась? Хорошо. Наверное, вот твой юбка. Приятно по снегу ездить? Я припаркую в микроавтобус. Давай на автобус задом заехать. Давай с разгона. Я тебя подтолкну. Диана, смотри, нам удалось подъехать прямо к еле. Сейчас доставим реквизит. И переодеваемся, начинаем. Красивая елочка. Да, если вам тоже нравится эта елочка, поставьте лайк. Шубка. Шубка. Ну что, как моя борода? Шапку держи. Это еще рукавички, ребята. Шапки, рукавички. Вот так папа превращается в Деда Мороза. Так. Дед Мороз. Вот мое место, трон. Танцор. С неба падает снежок, а у дедушки мешок. В нем каждому из нас по подарочку припасточка. Ну, у дедушки не мешок, а карабас. И держи ты самый большой себе припас. А тебе, внучек, тоже подарочек? Ладно, тебе дарю машину без стиха. Отвези внучку вон. А вы лайк поставьте. И подписку. Деда Мороза мы сняли. У нас следующая сцена. Сейчас я буду вот таким волком. Я выйду из леса, получу свой подарок. А полное видео можно посмотреть на канале Монкиту. Ты разбегаешься? Что... Давай. Да, смотрите, что я могу сделать. Ого. Очень реально скользко. Ты не замерз? Нет. Ну, руки там немного есть такое. Да, в основном нет. Сейчас будем снимать сцену с миньоном. Диана, превращайся. Мы одели штаны и тапки. Я... И перчатки. На ми...
меня натянули ритузы. Заныривай. О, ура. Вот такое быстрое превращение. Все, ты отъезжаешь назад чуть-чуть. Наши съемки затянулись. Уже у нас этот вечер. А еще прошел снег. И сейчас мы едем на другую локацию. И смотрим, как Диана тут немного буксует. Давай, 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 давай. Под снегом лед, поэтому микроавтобус сильно буксует. Ребят, кстати, мы на своем дворе сделали горку. Только не залили водой, и она не застыла. Ребят, а вы зимой делаете горку у себя во дворе? Напишите в комментах. Скоро мы уже подъедем к нашей точке новой. Кстати, это уже будет вот здесь, наверное. Нам нужен подъезд. И я буду наезжаться в гориллу. Большую, огромную гориллу. Сейчас подключим проводок. Я буду надуваться. Ладно, до новых встреч. Я в Питерской арке. У нас на улице зима. Как видите, темно, снежок. У нас заключительная сцена, сейчас поедем снимать Бабу-Ягу. Искать будем ее в темном лесу на кладбище, да, дети? Да! Ну, поехали! Все, мы приехали на пункт назначения, мне осталось переодеться Бабой-Ягой и снимаем последнюю сцену. Ну вот и все, мы закончили нашу съемку. Видео смотрите по ссылке в описании. А мы бежим домой греться. Всем пока! Да! Happy lucky! Пока! Bye-bye, my friend! Happy New Year! Дети убежали играть, поэтому на машине поеду я сам. Особенным способом.